В столице республики подвели итоги государственной аттестации выпускников 9 и 11 классов. Доля 11-классников, сдавших обязательный русский, сопоставима с результатами прошлого года. Результаты по математике базового уровня существенно улучшились. Ее успешно сдали 98% против 95% в прошлом году. По сравнению с прошлым годом почти вдвое сократилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог для получения аттестата. Среди предметов по выбору наиболее популярным в 2016 году снова стало обществознание. 66% в 9 классах и почти 50% в 11 классах. На втором месте у выпускников информатика, у 9 классов физика, у 11. Третье место разделили география и история. В 2016 году по городу Чебоксару увеличилось общее количество 100 бальных результатов. 31 человек против 22 в прошлом.